Застигнут с поличным, сотрудник рыбной инспекции сам оказался браконьером. Его поймали на незаконном промысле осетровых в Атырау. Внимание оперативника привлекла автомашина, передвигавшаяся на высокой скорости. Оказалось, что в салоне находится инспектор рыбоохраны, а в багажнике обнаружили 3 мешка с ценным уловом, общим весом в 50 килограммов. Объяснить происхождение рыбы и отсутствие документов задержанный отказался. Несмотря на все принимаемые меры, случаи незаконного вылова осетров продолжает иметь место. Особенно удручает тот факт, что в последнем случае к этому оказался причастен сотрудник органа по охране рыбных ресурсов. По данному факту в отношении сотрудника Махамбетской рыбной инспекции возбуждено 2 уголовных дела. Один из них по превышению должностных полномочий.